Дорогим. Навестить деда Иннокентия. Пришла к нему, а он в кровати лежит. Дед Иннокентий, ты чего, заболел, что ли? Ой, бабушка Шошо, тут такое со мной случилось. Да всем похуй, можно я подгадываю, даже блядь, тесты? Не знаю, как теперь быть. Давай, дедушка, рассказывай. Еба, еще сейчас история будет какая-то, блядь. Пошел я утром, блядь. Да хоть нахуй, погулять. Ты нам тесты показывай, блядь. Я тесты пришел отгадывать, аж блеснуть смекалкой, блядь. А воды-то с собой не взял. Что делать? И нахуя? И вдруг ты в лес пошел без еды, вода, воды, придурок, жорчит. Блядь. О, ну давай попей из нее, блядь. Посмотрел по сторонам. О, что-то у меня интернет, да, пролагал. Сорян. И увидел лесной родник. Все, я жив? Бля, меня заебали эти интернетные движухи, просто пиздец. Есть в России хоть один нормальный вот провайдер, чтобы я подключил, и все охуенно было? Почему у всех стримеров все заебись? Я не понимаю. Почему сидят все, бля, вебки нахуй обдроченные, шипящие, блядь? Сидит, сука, ничего не лагает у человека. Ни разу, блядь, ничего не лагнуло, нахуй. Я сижу, у меня каждый раз, бля, хуярит. Я плачу в два раза больше за этот интернет, блядь. Там, за доп-услугу, блядь. Меня заебало, блядь. Вот повезло-то, подумал я. Попил водичку и... Ну, глисты потом появятся. Пошел домой. Красава, прошел, молодец. Прошел половину пути и чувствую, что-то нехорошо мне. Сначала красными пятнами покрылся, потом синими. А когда пришел домой, то увидел... Все, иди нахуй, блядь, загадки! Ура! Полролика, он хуйню нам прогонял, полролика, блядь, нам насрать на тебя, поехали. Возьми правильную тень вот этого комара. Ну это хуйня собачья, блядь, я нахуй это смотрел, чтоб потом тень комара... Ой, бля, придурочная. Тест на внимательность. Во, вот это мое. Ребята, привет! Я бабушка Шошо. Мы знаем, уже... бля, к сожалению. Посчитай, сколько уточек в пруду. В каком пруду, блядь? Тут какие-то линии ебаны. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бля, у меня уже глаза... Восемь. Подожди, раз, два... Подожди, стой! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да иди в пизду, короче. Что-то, ну, восемь, может, где-то так. Итак. Какой правильный ответ? 8. 14 или 9. 8. Кто выбрал 9, тот не такой уж и внимательный. Смотрите, а, видите, ребят, 9, я 14 10. Выбрал. Но одна из них не уточка, а цыпленок. Блять, точно нахуй. Ну 8, да, я же говорил, блядь. Видите, на лапках нет перепонок. Значит, а, видно, ответ, реально, блядь, перепонок-то нет, блядь. А у других вообще лапок нет, блядь. Понятно, блядь. У девочки Даши есть любимая кукла. На цветных листах уродливый, бумаги, блядь. Даша нарисовала ее 8 раз. Нахуя? Но в одном рисунке ошиблась. Найди его. Блядь! Да я ебу, блядь! Блядь! Да блядь! Надеюсь, вы нашли рисунок. Да, нашел. Вот он. Да, а нет, что это не он. Не так. Носик. Ух, молодцы, ребят. А, точно. Следующий, блядь, точно. Вопрос. На 4 рисунках точно, показана, блядь, правая рука. А на одном левая. На каком рисунке левая рука? Ты придурок, блядь. Это можно с любой стороны показать, блядь. А, ну вот левая, 4-я, блядь. 4-я левая, блядь. Ты меня слышишь? 4, блядь. Реально распальцовки крипсов и блатсов, блядь, какие-то. Ребята, я вам честно признаюсь, что все жесты я пыталась повторить своей правой рукой. Кто бы ты был? Ставьте лайк, посмотрим, сколько нас. И тот придурков. Жест, который не получился правой, оказался левой рукой. Вариант номер
4. Все, я думал, сейчас скажет, а на самом деле нет, у меня б жопа взорвалась, блядь. Ночная фея прилетела. Ой, бля, у меня голова уже разболелась до хуйни. За какую ниточку ей надо потянуть, чтобы зуб оказался у феи? Вот это, 4. 4. Бля, ну сколько ждать? Бля, есть какие-нибудь загадки поинтереснее, это пиздец? Ребята, а кому из вас зубная фея вместо зуба оставляла денежку? Насрала на кровать, блядь. Если с тобой это случалось, то жми пальчик вверх. Так как не существует, бля, как Деда Мороза, бля. А правильный ответ — ниточка номер 4. Если бы существовал, ее посадили нахуй за то, что к детям пробирается ночью. Внимательность. И найди на картинке 10 слов. Поехали! Чего, бля? А, небо вижу, раз. Игра 2, сон 3, друг 4, мяч 5, ето, что за ето внизу, похуй, будет 6, море 7, лес 8. Да я 8 нашел. Я уже бабушка старенькая, и даже в очках смогла найти всего 8 слов. Вот ну? Слово, небо, мяч, море. Ну я и сказал, что 8 нашел. Игра. Мода, лето. И а мода, блядь. Разглядела. А я нашел это? А где еще два слова? Лес, вон сзади, блядь. Сзади, вон. Мне. Вон сзади, блядь. В комментариях. Придурочная, блядь. На одном из рисунков. О, мои зрители. Жуки ебаные. От других 4. На каком? Чего, блядь? На каком рисунке отличается? От кого, блядь? Бля, не могу, меня с ума сводит. Меня она пиздец бесит. Ну я не знаю, блядь. Жуки, жуки, вы натуральные жуки, блядь, придурки. Д пишете, а как, блядь? Да не все похожи. Я прям вот на последней секунде поняла. А, из-за точки, точно, блядь. Сейчас покажу вам правильный ответ. Кто догадался сам, ставь лайк. Только давайте честно. И вот ты нам каждый раз будешь, блядь, загадку она загадывает. Ты ее угадываешь, она говорит, ну правильный ответ, вот кто угадал, ставьте лайк или напишите в комментариях, да блядь, ты придурочный. Внимательность. В музей принесли картину под названием «Рыцарь» и сказали, что написана она в 12 веке. Музейный работник надел очки, чтобы внимательно рассмотреть шедевр. Но через 10 секунд рассмеялся и сказал, фальшивка, ваш художник нарисовал вещи, которых в 12 веке точно не было. Ребята, найдите 10 ошибок. Ох, ебать. Да тут дохуя ошибок, блядь. Ну вот банка раз, самолет два, пешеходный переход три, вон грузовик 4, значит. Вон тарелка, блядь, это ебаная 5. Кроссовки на нем 6. Угу. Очки 7, зонтик 8. Ну я опять 8 нашел, блядь. Ружье сзади 9, блядь, нашел. Часы 10, все. Да, это потная катка, блядь. Да, ребята, в 12 веке точно не было самолетов, дорожных знаков. Да ты чё, блядь? А, мы не знали, блядь. Мы только что эти ошибки находили, нахуй ты нам их рассказываешь, блядь. Таких водных рыцарей тоже не было. В кроссовках, с часами, с зонтиком и в солнечных очках. Ружье. Это получается 9 ошибок. Ружье. Я упустила. А, не точно. Дай бог ты скажешь, сука, напишите в комментарии, я убью тебя. Нахуй. Ружье. Мы с вами молодцы. Засало, можем работать в музее. Все? Друзья, надеюсь, вам... Это полная хуйня, короче. Блять, не знаю, сука. Мы как будто самые лучшие тесты ее посмотрели. Теперь просто, ну, залупа какая-то редкостная.